Столб пепла на высоту в 8 километров над уровнем моря выбросил вулкан Шевелуч на Камчатке. Шлейф протянулся на 50 километров на северо-восток от Исполина в сторону залива Озерного. Населенных пунктов на пути распространения пепла нет, сообщили в МЧС. Однако при изменении направления ветра не исключен небольшой пеплопад в Усть-Камчатском, Карагинском, Пенжинском и Алюторском районах. Как рассказали вулканологи, в ночь на 2 сентября на Шевелуче снова извергся купол 300 лет ран. Согласно данным с камер видеонаблюдения на Ключевской вулканостанции, первые признаки активности вулкана проявились около 22 часов 45 минут. Столб пепла был виден даже сквозь плотные облака. Код авиационной опасности – оранжевый. Сохраняется вероятность выброса пепла на высоту до 10 километров. Кроме того, немногим ранее мощным пепловым выбросом отметился вулкан Карымский. Да, красиво. Главное, чтобы он на нас только, этот пепел, не полетел. 30 августа столб мелких частичек пыли поднялся на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла отнесло на северо-запад от Исполина. Для вулкана повысили код авиационной опасности до максимального – красного. Позже его снизили до оранжевого. Активность Карымского все еще представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.